зима вдруг оставит, и солнце растопит тяжелые льды. Приходит нам май, и весна наступает, и праздник нам дарит тепло и цветы. Лучистое солнышко нам улыбайся, на улице нашей планеты весна. Добра вам, улыбок, огромного счастья, и самые теплые наши слова. С праздником женским мы вас поздравляем, концерт наш подарок для вас. Начинаем! Мы привыкли к 8 марта как к доброму и веселому празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за улыбки наших женщин. В этот день принято дарить женщину цветы. Примите от нас праздник необычной весенней букеты, который состоит из песен, танцев и слов поздравлений. И первый букет для нас, дорогие наши женщины, вам подарит первый класс Б. Thank you.
такая честь? Что это за праздник такой, 8 марта? Начну с самого простого. Посмотри вокруг, взгляни на небо, вдохни поглубже. Ну посмотрел, ну взглянул, ну вдохнул, и что? Как что? Весна! Да пахло мартом и весною, но крепко держится зима. Число 8 непростое, приходит праздник к нам в дома. 8 марта – день торжественный, день радости и красоты. На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы. Звонко капают капели возле нашего окна. Птицы весело запели, к нам опять пришла весна. Понял. Весной просыпается и расцветает природа, как и, впрочем, и женская красота. Не зря слова «весна», «природа», «красота», «мама» женского рода. А сейчас наши самые красивые, добрые и замечательные, принимайте второй букет. Это букет от 2 класса Б.
Сегодня действительно радостный день. Праздник женщин, праздник мам. Сегодня солнце светит ласковее и ярче. Все женщины такие красивые и нарядные. Бывало, мы огорчали вас своими непослушаниями, выставляли вас у хлопот. Но дети любят вас, и они еще много раз будут вам это доказывать. Примите букет от 3 А, дорогие наши учителя. Fuck.
женственность и красота с вами как можно больше будут. Ведь что для женщины года, когда ее все ценят, любят? Желаем радость, побед и счастья светлого большого. Успехов в жизни и друзьям, быть чуткой, доброй и здоровой. Букет от 7 класса Б дарит вам Евстифеев Виктор. Мира правят мужчины. А мужчины ли правят женщины? Ну, конечно, ведь женщины слишком умны. Да, женщины — это лучшая половина человечества. Во всяком случае, это самая прекрасная ее половина. Вот, например, в нашей школе женщины и учат, и лечат. И убирают, и охраняют, и проверяют, и указывают, и подсказывают. И как только все успевают. Готовьтесь принять букет от вокального трио гимназии Евдокимовой Полины, Кандаевой Инны и Милены. Thank you.
веселье, смех, дуэль, разочарование, любовь, забота, тепло и боль. И многое другое все это и за вас, и для вас, наши дорогие. В каком бы вы ни были возрасте, вы всегда будете оставаться лучшей половиной человечества. Спешите принять букет от студии современного танца «Шар». В их исполнении вы увидите танец «Гёрлз».
друзья! Надеюсь, вам понравилось мое видео поздравления. Как президент и от лица самого себя, я поздравляю с вас с наступающим 8 марта. Будьте такими красивыми и милыми. Спасибо. Шум, суета, хералаш. Женщина, ваше величество, вечно мужчина, наш ваш. Между нами, мужчинами, каждый бы верно желал, чтобы вовек не покинули свой золотой пьедестал. Женщина, жрица, царица, крестится всем нам и снится. Она богиня любви, вечная песня земли. Примите в подарок букет, любимые наши учителя, от вокальной группы 8 класса А. Глазами учеников. Внимание!
дома, когда приходит после тяжелого рабочего дня. Какие все хорошие ученики, сегодня пятерки поставил, люблю свою работу. Вот сейчас попью чай и сяду проверять свои любимые тетрадки. А в реальной жизни все происходит вот так. Когда на обычный урок внезапно заходит зауч. Внимание, реакция учителя. Итак, дети, на сегодня домашнее задание у нас было какое? Правильно, стихотворение. И отвечает у нас Лопухов. Давай отвечаем. Да. Молодец, 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 пятерка, тебе все, садись. Вы не против, если я посижу у вас на кухне? Нет. А давайте-ка нам ответим Макарова. Макарова, значит? Иванова, ты что встала? Сядь. Макарова, тебя вызвали, отвечай. Да, да, ты Макарова. Вижу, вас все замечательно. Все, садись. Итак, Лопухов, отвечай. А что сразу я? Отвечай. Какая у тебя оценка? Какая пятерка? Отвечай. Молодец, молодец, молодец. Вот тебе вторая пятерка. Все, садись. Вот медалист идет. А я у вас лучше закрыла.
числа желаю. Чтоб вы нам знания дарили, радость была вам трудиться, и ученики вас сильно любили, и вы могли ими гордиться. Чтоб доброта вас окружала, чтоб будни были ваши ярки, и чтобы жизнь вас баловала, даря вам щедрые подарки. Международный женский день приходит к нам весной. Он суматоху и восторг всегда несет с собой. Решил поздравить вас и мы. Любимый дружный класс, цветы и теплые слова, подарок вам от нас. Пусть будет праздник урока и радостью работа. На лучших из учителей не исчезает мода. Здоровья, счастья и тепла. Успехов вам во всем. Сегодня ваше торжество. Уроки все потом. А теперь внимание на экран. Современного танца «Шаг».
а их у вас будет немало. И мы готовы снова и снова дарить им знак признательности и любви к вам. Почувствуйте его побуждание из музыкальных нот, теплых слов и веселого смеха. Сохраните его, у вас в душе всегда будет тепло и тепло от нашей любви к вам. Милые женщины, мы еще раз от всей души поздравляем вас с праздником весны, любви и надежды. Счастья вам, здоровья, любви и улыбок. Пусть ваша жизнь светлой и радостной, как весна. С праздником!